Мы продолжаем наш следующий поединок. 4 раунда тяжелый вес. Рефери в ринге Дмитрий Болдырев. Боковые судьи Александр Калинкин, Андрей Макейчев и Антон Шарков. Встречаем участников. В зеленый угол ринга боксер из Самары по прозвищу Бультерьер Вусал Сафаров. Встречаем его соперника, боксер красного угла. Он тоже из Самары по прозвищу Кинг-Конг. Дмитрий Иванов. Представляем вам участников 4-раундового боя в тяжелом весе. Настоящее самарское дерби. Более того, это реванш. Это вторая встреча боксеров. Первая состоялась 9 августа этого года. И в ней боксер зеленого угла ввиду травмы потерпел поражение. Сегодня их второй поединок за месяц. Итак, зеленый угол ринга. Боксеру 26 лет. Рост 185 сантиметров, вес 95 килограммов, 700 граммов. Провел 2 профессиональных поединка. В одном одержал досрочную победу, в другом потерпел поражение. Уроженец Азербайджана из Самары. Вусал Бультерьер Сафаров. Красный угол ринга. Боксеру 41 год. Рост 190 сантиметров. Вес 125 килограммов, 600 граммов. Профессиональный рекорд 13 боев, 10 побед, все нокаутом, при 2 поражениях и в одном бою была зафиксирована ничья. Из Самары Дмитрий Кинг-Конг Иванов. Рефери в ринге Дмитрий Болдырев. Господа боксеры, слушаем команду внимательно, соблюдаем правила, по затылку не бьем, ниже пояса не бьем, пожали руки. Первый раунд. Thank you.
Стоп. Вот. Сейчас начнем. Дышаться надо. Держать, стоп. Держи. Вот.
Продолжение боя после второго раунда победу техническим нокаутом в третьем раунде одержал Дмитрий Кинг-Конг Иванов. Подарки всем участникам турнира от нашего партнера — спортивное питание Sprint Power. Вот скажи, во втором раунде так активно включился, начал наносить акцентированные удары, хотел нокаутировать соперника? Почувствовал, что попал в плечо, у него открылась старая травма и решил не откладывать на дальние раунды. Решил финишировать пораньше. А в этом противостоянии можно поставить жирную точку? Да, в этом противостоянии ставим жирную точку. 11 сентября меня ждет бой за пояс чемпиона России. Поздравляю, здорово. Казань, спасибо. Второй раз боксирую вас, все на высшем уровне. Люди хорошие, спасибо, Казань, я вас люблю.
3,